вас приступ ГТ-5. Это видос записывается сразу после того, как на вот этой военной базе. Фу, блядь, что все время военная база называют? Это же это тюрьма. В этой тюрьме, короче, меня подстрелили. Ну, а сейчас я запишу вообще маленькую какую-нибудь коротенькую серию. Просто рассчитано на то, что пройти испытание. Потому что оно будет длиться сколько-то там минут. Что там за машина едет? О, вот это то, что мне надо, BMW. Сейчас мы на ней выполним это испытание. Вот как раз нам 2 секунды осталось. Все, поехали. Самый длинный прыжок на этом транспорте. То есть все остальные они, скорее всего, даже не будут выполнять. Тут на сессии сколько человек-то? Даже не могу посмотреть. Хотя нет, уже двое выполнили, смотрите-ка. А, сессия. Ух ты, блин, что-то она разрослась, сессия, это пока я туда-сюда ходил. Ладно, сейчас мы все выполним. Сейчас. Там надо выйти на трассу куда-нибудь. Развить максимальную мощность. Хотя, давайте сделаем хотя бы так. А, я не понял задание. А, извиняюсь. Я думал, надо выпрыгнуть. И, собственно, прокатиться на земле, но это не совсем не то задание. Я знаю, что мне подойдет для выполнения этой фигни. Ну, в принципе, логично. Естественно, ты уже едешь. Еще бы ты не ехал. Давай, так, посмотрю под себя, чтобы, не дай бог, не появилась машина в 300 километрах от меня. А вот и она, собственно. И сейчас мы выполним испытание. Сам... Кто такой, блядь, чтобы мне мешать? Даже вот здесь, мне кажется, мы сейчас выполним просто испытание. Просто, смотрите, садимся, заводим машину, все, начинаем ехать. Просто вот. Вот смотрите, да? Сейчас перевыполню план просто, смотрите. Метр, между прочим, почти рекорд. А я еще даже и не начал. Блядь. Я еще так просто на разогреве. Ну, хотя, блядь, я занял только первое место. Ой, вернее, третье. Первое место занял чувак со 114 метрами. Но мы, в принципе, блядь, звучит еще так. Но мы сейчас, в принципе, реабилитируемся. Какого-то чувака в аут отправил там. Ладно, мы сейчас сможем. Все, главное, быть там аварии какие-то. Здесь разгон побольше, я считаю. Это самое главное. Ну-ка, только отойди, не мешайся, машина. Блядь! Ах, бледина. Ладно. Ну, у нас времени еще полно. Мы сейчас напоследок вырвемся как раз. Все уже думают такие, ну, я там первое место, на второе. И сейчас я просто реально подразорву пуканы своим вот этим, свои выходы. Хотя это не самая лучшая сторона, чтобы набирать разгон. Ну, да не важно. Блядь, титан. Титаниум. Так, ладно, мы сейчас... Я надеюсь, он не пропадет, и мы, собственно, поедем сейчас на Титане куда-нибудь. Полетим. И на этом закончим серию, нашу коротенькую. А пока что я еще выполняю задание. Я надеюсь, у меня получится спрыгнуть на 115 метров. Больше-то и не надо. Блять, нет, не долечу. Сука, 109. Я, конечно, вышел на второе место в испытании. Но, тем не менее, это явно не лучшее, что может быть. Явно не лучше. Кстати, здесь есть неплохое место. Там вот какая-то гора. Ну, я не знаю, получится ли там взлететь особо. Мне кажется, нет. Так, ладно. В целом, мне на самом деле такой результат вполне себе устраивает. Поэтому, я думаю, надо ехать в аэропорт. Ну давай. 94, ладно. Так, титан здесь стоит, все, титан стоит здесь, замечательно. На крокобобе и... Куда ты еще и машинку занизил, просто замечательно. Давайте. У меня есть минута как раз, чтобы улететь на этом титане отсюда, потому что... Давайте, да. Ролл-плей, хотя нет, ролл-плей я не люблю. Значит, через минуту просто вся земля содрогнется, и Лусантос уйдет под землю, а я взлечу на своем Титане и приземлюсь где-нибудь в Сан-Франциско, где я буду ждать выражительные крутые сисястые тёлки. Ну это ладно, это уже мечты, конечно, так-то в реальности. Я просто взлетаю на этом огромном корыте. В чем прикол здесь, я так понимаю, невозможно взлететь, не черкая в взлетную полосу. Давайте проверим, кстати, вот. Пробуй. Да, черканул. Обычно еще, кстати, искры летят. То есть это вообще не вариант.
А, кстати, давайте все с челленджем будем замутим, какой будет как раз. Он будет под концовочку нормально смотреться. Сейчас попробую посадить титан в городе где-нибудь, на какой-нибудь из улиц. Будет, думаю, довольно интересно. И, собственно, это мы будем тогда заканчивать. Потому что смысл продолжать серию, если уже и так все отснято, уже все хорошо, уже все получилось, уже все нормально. 6 секунд. И сколько же мне дадут? Мне кажется, 3500. Почему-то. Не больше. 5650, кстати, неплохо. За такое задание, в принципе, оно довольно легкое. Если бы я был в городе, я поехал бы в сторону аэропорта, и там, соответственно, бы уже, блядь, приседает ФПС из-за количества приближаемых объектов, конечно, объедков. Но мы не рассусоливаем тему. Сейчас процессор нагрелся где-то до 100%. До 100 градусов, верники процентов, блядь, здесь вообще могут быть. Так, и садиться я не знаю, где лучше. Мне кажется, слева или справа? Блядь, слева или справа? Сука, посажу здесь. Ладно. Мы летим аккуратненько. Вот просто нужно здесь чуть-чуть сбавить газ. Все, то есть все нормально. Сейчас прогрузится дома. Ладно, нам это даже... Нам это сильно это не нужно. Блять, а как здесь лететь-то? А я здесь умещусь вообще? Я надеюсь, что да. Потому что если это все... Так, аккуратно. А! Ей, тихо. Вот, вот здесь посажу. Давай, 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 да садись ты уже. Кочерыжка. Все, по... Нету. Нету времени, чтобы взлетать. Хотя нет, есть. Я взлечу. Ухожу на вторую группу. Не получится здесь сесть. А вот на той улице, мне кажется, уже получится. Вот здесь надо брать. Да, Мартин, ну слушай, ты сейчас как раз вовремя. Ты вот прям мне больше всех сейчас нужен. Я, конечно, очень ценю твое внимание, там все дела. Но, по-моему, несколько сейчас не до этого. А, так, где эта улица-то? Я прям над каким-то Грустритом, над Джеральдами каким-то летаю. Я тебя неправильно взял уже, да? Ну, я не пойду на еще один круг, я думаю. И так посажу. А, блядь, тут мост. Ладно, тогда надо сажать прямо здесь. Сажать здесь. Нет! Я покончу с собой, и титан мой жонглирует где-то там, без меня уже. Потому что я мертв. А где титан-то? О! Да что вы боитесь? Нормально, обычное дело. What the fuck? Да это норма. Я бы сказал, это даже просто классика для GTA 5. Это таким все занимались в свое время. Все пытаются уехать, но здесь уже другая часть титана. Ой, вот грустричники какие-то ездят. Кстати, вот это неплохая машина. Я считаю, она прям прекрасна. Если там лежит крыло, я надеюсь, оно не пропало. О, сейчас будет трюк, и вот на этом прям вот четенько оканчиваем серию. Так. О, форсаж. Я просто ради этого трюка на самом деле поставил тут свой титан, припарковал. А так-то мне вообще это все не надо, даже я бы сказал. Это так все лишнее и только усложняет жизнь. Вот, поэтому на этой веселой ноте наша серия коротенькая, которая заработала $5000, между прочим. И вот если бы их можно было вывести на реальные деньги. Эх, ну это ладно, все мечты. Где я заработал $5000? За мной едет чел, он меня сейчас убьет, правильно? Ну конечно, давай, давай, да. А он нам добавить еще. Сейчас не надо доставать сейчас пушку и убивать. Прошу. Я еду и красиво заканчиваю серию. Ты вот сейчас вообще здесь не нужен. И как бы твое присутствие здесь вообще нежелательно. Ну или желательно, но ты хотя бы просто едь рядом. Вот. Титан, к сожалению, посадить не удалось. Ну, в принципе, попытка не пытка. Может быть, еще когда-нибудь получится. Да и плюс FPS у меня не самый лучший. Тоже трудно. И прорисовка. Как-то... Но там, кстати, столбы. Если менять столбы, мне кажется, вполне реально посадить там. Просто это уже мои заморочки какие-то там личные. Что я не могу нормально приземлить. Вот, а мы на этом моменте заканчиваем серию. И, как вы поняли, я сюда приехал ради этого трамплина. Надеюсь, он не запорится. Ну нет, не запорится. Что за... Какой-то пилот. Что за... Он хочет попиздиться? Я... Ни хрена. Прикольно. Я сомневаюсь, что он жив. Почему-то красная точка на экране все еще горит.
Хотя, мне кажется, он уже немножко поубавил пыл, я бы так сказал, от своих былых намерений. Он еще какой-то пилот идет, этим тоже проблем хочет. Бум! Почти! Насколько же это было почти? Ладно, всем пока.